Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди дикари, на лицо ужасные добрые внутри, на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Aga ma siiski tahaks rääkida. Kui nüüd kuuleb põnevalt. Vahet ei ole. Vahet ei ole, ma niisama.
мама говорит, что я на 30 лет, я не обучался. Куда сюда? Tänan küsimust. Minul läheb jõulumeeleolustuses mõttes, et ma olen nüüd viimased kaks tundi tegelenud jõuluteemaliste kirjadega. Ja usutavasti läheb sul vist sama rida pidi. Ei, mul läheb jõulumeeleolustus. 4,5 minuti pärast algab jõuluvalpäev. Just. Aga tegelikult on jõulumeeleolu meil tänase söösaates pakkuma soovistki Kontra, kes on igast tunnist lubanud vähemalt korra läbi tulla või kogunist teeb kaks korda. Nii et kõik kontrafännid saavad ka tänase söös lisaks jääle muusikale veel ühte mulandete mida. Aga ma vaatan, et kell lipab. Sinu kõik on veel kramplikumalt üle kõrjas. On jah, selles mõttes, et siin on sinu ees on kirjad. Ja siit oleks nüüd hea, kui võtaks välja 10. Ja kõik need 10 kirjakirjutajad saavad ühe väikese paki. Tõeme nii, et mina võtan ja sinu ka ette. Mina võtan, siis sina võtan, mina olen ette. Nii, Raido on meil üks. Siis on väikese kiir, mis meile kirjutas. Raido, kus hästi üks kiri? Jah, selle me lukesime kõige lõpus ette. See on siis see, jah. Ma ei näinud, ma ei seda pika. Palju see on? Kolm on hetkel. D'une superpuissance autrement c'est super l'Union soviétique. À cette occasion, Radovski a interviewé le Biélorusse. Jadis vice-président de la Minsk, cette ligne politique était un des deux signataires de l'acte de décès de l'URSS. Une mort inévitable et salutaire qui a causé de bonnes crises. Notamment dans son pays, la Biélorussie, revenue entre-temps à l'Union soviétique. C'était qui? Cette fin d'année, terminons par un calendrier à comme les autres. Dimitri et à Timon. Thank you.
Ciao. Для продолжения рождественского мира путь с своими корнями на 350 лет вглубь истории. В современном Таллине традиция была возрождена в 1993 году, и первые два года это делал президент Леонард Мери. В рождественские дни 25 и 26 декабря общественный транспорт Таллина будет работать по воскресному графику. В понедельник, сочельник католического Рождества, и через неделю, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по обычным маршрутам. А с воскресенья по 26 декабря по маршруту Тонди Кабриоли будет рождественский трамвай с Дедом Морозом. В эти дни рождественский трамвай выходит из Тонди в 11, 12, 13 и 14 часов. Таллинский правильно-спасательный департамент на время приближающихся праздников рекомендует предпринять необходимые меры предосторожности, поскольку в Рождество и Новый год мешают. Спасательный департамент еще раз напоминает, что пожарных спасателей из фирмы «Помощь» нужно вызывать по номеру 113, а полиция по номеру 110. Зарубежная информация. Аргентинский парламент избрал новым президентом страны на переходный период представителя пиранистской партии Адольфо Родригес. Он проводит на посту президента Аргентины 60 дней. До новых выборов, которые состоятся в марте. Сразу после избрания САН заявил о том, что Аргентина приостановит выплату внешнего долга. По его словам, это не значит, что Аргентина отказывается от выплаты долга вообще, но намерена провести переговоры с кредиторами. Thank you.
Santo, el Señor de los Ángeles, es Cristo. Que se ha quedado a Cristo. No, 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 no,